С вами Дмитрий, вы смотрите канал Пасьянс-шоу, посвященный настольным соло-играм. Сегодня будем играть в соло-версию игры Ex Libris, которая переводится из книг и посвящена книгам и библиотекам. Во время обзора игры я обещал вам рассказать про особенности соло-версии игры именно в этом геймплее. И особенность этой игры заключается в том, что в соло-режиме используются не все локации и не все тайлы игроков, в отличие от игры друг против друга. Потому что в игре есть локации и свойства персонажей, которые влияют на других игроков. А поскольку здесь мы играем в одиночку, нам эти влияния не нужны. Поэтому, когда мы подготавливаемся к игре, мы должны убрать все локации, на которых отсутствует вот этот значок, означающий, что это локация предназначена для соло-режима. Так, например, локация, которая отвечает за то, кто будет ходить первым в следующем раунде, естественно, уходит из игры. Здесь нет этого значка. И все эти локации без этого значка мы отправляем обратно в коробку. Они нам в игре в соло-режиме никак не пригодятся. В итоге в нашем распоряжении остается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 локаций, которые мы можем играть. В начале игры все эти локации перемешиваются. Из этих локаций, не глядя, мы 6 локаций можем сразу добавить на игровое поле. Я выложу их вот так. Да, оставшиеся локации, которые не имеют значка, отправляются, естественно, в коробку. И вот эти 6 первых локаций я, пожалуй, вот так вот выложу. Оставшиеся 4 локации располагаются где-то рядом, и мы в процессе игры будем их тоже выкладывать. Кроме того, все, что касается самих персонажей, за которых мы будем играть, они тоже делятся на тех персонажей, которые подходят для соло-версии игры, и для тех, которые для соло-версии игры не подходят. Значок тоже есть, он вот здесь вот. То есть вот эти все персонажи подходят. Призрак у нас не подходит для соло-версии игры. И все остальные персонажи, где нет этого символа, тоже для соло-версии игры не подходят. Мы их отправляем тоже в коробку. А из тех персонажей, которые все-таки остаются и подходят для соло-версии, мы их тоже перемешиваем. Берем, не глядя, каких-нибудь 2. И из этих вытащенных 2 выбираем себе того, который нам больше понравится. У нас здесь есть книжный червь, на мой взгляд, замечательный персонаж. И есть вот этот вот, эта мумия, которая позволяет нам подсовывать карточки с книгами под другие карточки. Ну, я выберу, наверное, книжного червя, он очень мощный. Положим нашу карточку вот сюда. Возьмем соответствующий этому персонажу мипл и добавим ему ассистентов. Пусть эти ассистенты будут оранжевого цвета. В соло-версии игры у игрока 3 ассистента. 3 вот таких вот нипла. Дальше мы разбираемся с нашими категориями книг. Мы будем соревноваться не с другими игроками, а с городской библиотекой. Наша библиотека любит вот эти запрещенные черные книги. Наша библиотека не любит исторические романы. Кроме того, есть категория книг, на которую наша библиотека сильно концентрируется. Мы ее выкладываем в закрытом виде, мы ее не знаем пока, что это за категория книг. Зато мы знаем категорию книг, на которую будем концентрироваться мы. Это справочники синего цвета. Мы положим это куда-нибудь вот сюда рядом. И мы будем концентрироваться на этих книгах. Осталось 2 категории, которые тоже для нас пока неизвестны. В процессе игры, после 2-го раунда и после 4-го раунда, эти категории будут для нас открываться. И мы будем иметь представление более-менее, что за категория находится здесь. А пока мы эти карты куда-нибудь вот сюда положим рядом. Теперь из заранее перемешанной стопки книг мы берем себе 6 книг в руку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И, начиная с этого момента, уже можем начинать играть. Смотрим, что у нас есть в руке. У нас есть книга буква A. Здесь нет запрещенных книг, и здесь есть
книга, которая нам пригодится, то, на чем концентрируемся мы. Поэтому, в принципе, эту книгу мы логично нам ее выложить. И поэтому, наверное, я так и сделаю. То есть я помещу сюда своего книжного червя. За это я могу выполнить два домашних действия. Это взять одну книгу из стопки и одну книгу выложить. Вот тоже неплохая попалась книга. Это книга с нужными нам запрещенными вот этими черными книгами. Да, запрещенные у нас исторические романы. Ну хорошо, одно домашнее действие мы сделали, взяли книгу. Второе домашнее действие — это выложить книгу на полку. Вот мы книгу с буквой A сюда и выложим. Дальше мы можем сбросить еще одну, здесь вот написано, вы можете сбросить еще одну карту, чтобы повторить то же самое еще раз. Что мы можем сбросить? Давайте сбросим, ну скажем, вот эту книгу, отправим ее в сброс. Дело в том, что отправляя книги в сброс, мы можем играть на руку нашему противнику. Противник в данном случае — это наша библиотека. Если вдруг наша библиотека концентрируется на вот этих фиолетовых книгах, то все, что мы отправляем в сброс, в итоге будет зачтено именно городской библиотеке. Это не всегда хорошо. Но, тем не менее, давайте я так вот сделаю. Здесь будут формироваться у нас сбросы. Отправим эту книгу в сброс. За это мы можем взять еще одну книгу себе и одну из этих книг выложить. Так, эта книга мне тоже не очень нравится. Ну ладно. Давайте выложим вот эту. Будем формировать второй ряд книг вот здесь. Все. Теперь у меня осталось еще три персонажа. Что у нас есть? Мы можем сбросить сколько угодно карт и взять столько угодно карт плюс одну. Здесь мы можем сбросить одну и более карт и затем разместить до двух карт с руки. Здесь, кстати, я забыл раздать. Сюда раздается одна карта. И можем тоже сбрасывать карты. Они должны совпадать с этими символами. Дальше. Здесь у нас... Здесь мы можем покопаться в мусоре. Это тоже хорошо. И здесь мы можем смещать наши полки. Не самая лучшая карта, на мой взгляд. А здесь мы тоже можем называть категорию и выкладывать книги, если они будут совпадать. Брать отсюда книги и выкладывать их. Хорошее место, но слишком много карт будет отправляться в сброс, а мне не нравится отправлять карты в сброс, потому что, как я уже сказал, карты, отправленные в сброс, играют на пользу нашей библиотеки. Ну что ж, наверное, я отправлю сюда своего персонажа. Сыграю вот эту карту, например, я отправлю в сброс вот эту карту. Здесь написано, сбросьте столько карт, а потом возьмите столько же плюс одну. И из этих полученных вы можете одну карту выложить. Что нам досталось? R и W. L. Можно вот эту выложить, например. Но здесь есть запрещенная книга. N. L, Jekyll, L, M, N. Давайте вот эту положим. Да? Положим вот эту книгу. Теперь сыграем еще одного персонажа сюда, чтобы либо взять книгу, либо выложить книгу. Давайте эту положим. И давайте еще сыграем одного нашего персонажа. Ну и сыграем сюда еще. Нет, сюда я не могу. Здесь только можно играть, если 4 плюс игроков. Окей. Ладно, сыграем еще одну сюда и возьмем одну карту из колоды. Все. На этом наши ходы закончены. После этого наступает фаза расчистки. Всех наших персонажей мы возвращаем обратно. И теперь происходит следующее. Все карты, которые были здесь на локациях, отправляются в сброс. Вот наш сброс. Я решил играть на сложном уровне. А это значит, что в начале каждого раунда мы должны отправить в сброс 4 карты. Я забыл это сделать в начале игры. То есть мы должны были 4 карты отправить в сброс.
После этого мы должны две из тех локаций, которые уже есть на поле, отправить в сброс. И вместо них взять одну. То есть каждый раунд у нас будет на одну локацию в итоге меньше. Мне не нравится вот этот вот гильдия мастеров книжных полок. Мы отправим ее в сброс. Ну и не нравится вот этот вот Gambling Den. Тоже отправим ее в сброс. И мы, не глядя, забираем вместо этих двух одну локацию Mystery Shack. То есть сейчас наступает следующий раунд. Мы опять сбрасываем 4 карты согласно уровню сложности. Чем больше карт сбросить, тем лучше нашей библиотеке, потому что ей зачитываются именно те книги, которые в сбросе. После этого одну карту раздаем сюда. 4 карты лицом вниз раздаются вот сюда. И поскольку это второй раунд, мы открываем первую карту из тех карт, которые находятся здесь. Это значит, что наша библиотека не концентрируется на инструкциях для монстров. Это мы уже знаем. Что там у нас осталось? Там остались зеленые книги и фиолетовые. То есть библиотека концентрируется либо на зеленых книгах, либо на фиолетовых. И мы должны следить за тем, чтобы этих книг было как можно меньше в сбросе. А их тут много, кстати. Окей, начинается новый раунд. Ну и мы начнем по традиции с того, что отправим нашего книжного червя. За это мы можем делать два домашних действия. То есть берем одну книгу себе в руку и еще одну книгу можем выложить. Я бы выложил вот этот F, он неплохо сюда подходит, например, вот так. Я могу сбросить еще одну карту, чтобы выполнить еще два домашних действия. Ну, давайте сбросим вот эту карту, чтобы взять еще одну. И что-нибудь из этого можно выложить. Давайте вот этот W положим сюда. Окей. Теперь. Здесь мы можем покопаться в мусоре. Здесь мы можем назвать категорию и выбрать карты отсюда. Давайте так и сделаем. Какую-нибудь категорию назвать. Ну, давайте назовем категорию... Чего у нас тут мало? У нас, в принципе, мало справочников еще. Давайте посмотрим, вдруг там есть справочники. Итак, я называю категорию синего цвета справочники. Мы открываем эти карты. И забираем себе все карты, которые содержат эти справочники. Вот они, две карты. Оставшиеся мы отправляем сюда. И... Одну из этих карт, полученных, мы можем сразу добавить в нашу библиотеку. Вот этот S вполне можно сюда выложить, потому что N идет перед R. Мне невыгодно сюда выкладывать. Поэтому S я выложу сюда. Хорошо. Это отправляется к нам в руку. Так, я могу еще вот это сбросить. Сбросьте любое количество карт с вашей руки или с библиотеки. Ну, пока мне не надо с библиотеки ничего сбрасывать. За каждые две книги, которые соответствуют вот этим категориям, вы можете взять одну карту. Две книги. Не две карты, а две книги. Вот здесь у нас есть две зеленые книги. Я могу сбросить, в принципе, эту карту. Вот сюда отправлю ее. И за эти две книги, то есть я должен отправить сюда своего персонажа, и за эти две книги я могу одну карту взять. Так, взял. Это неплохая карта, потому что здесь есть и монстры, которые нашей библиотеке не нужны, и справочник, который мне нужен. Ну, отличная карта, в общем-то. Проблема только в том, что у меня здесь M, которая никак не вписывается в тот ряд, который я выложил. Но я, наверное, рискну, потому что я помню, что там в локациях дальше у нас будет одна локация, которая позволит нам поменять местами книги. Поэтому M я выложу сейчас вот сюда, потому что я могу выложить книги, которые я получил отсюда. И что еще могу сделать? Я могу сыграть последнего персонажа, сыграю его вот сюда и просто возьму себе еще одну книгу в руки. Это C. C очень даже пригодится, мы можем ее сюда добавить. Хорошо. Сейчас пока я этого сделать не могу. Все, на этом
Все мои персонажи снова использованы. По-моему, я опять забыл добавить сюда 4 карты в начале фазы. Да, сделаю это сейчас, прошу прощения. Теперь мы отправляем всех наших персонажей обратно. Неиспользованные карты отправляются в сброс в нашу библиотеку. В нашей библиотеке еще уже много-много-много карт. И это, конечно, не очень хорошо для меня. Мы сейчас должны от двух локаций избавиться и вместо них добавить одну. Ну, давайте вот эти вот две я уберу, потому что я ими что-то не пользуюсь. Сброшу их. И вместо них добавлю новую. Это продавец книг. Сюда мы выкладываем 4 карты. Так. Здесь написано, что вы можете отсюда взять одну карту и выложить ее. Тут все очень просто. Сюда мы выкладываем одну. И сюда выкладываем 4 лицом вниз. И добавляем, не забываем добавить в сброс 4 карты. Раз, два, три, 4 для библиотеки. Пока будем действовать, как мы действуем обычно. То есть мы одну карту берем. Это еще одна Си, кстати, неплохая. Лучше она, чем это, или хуже? Нет, похуже. Здесь запрещенная книга есть. Поэтому я выложу, наверное, вот это Си. Я могу сбросить еще одну карту, чтобы повторить это то же самое, что я могу сбросить. Ну, давайте N сброшу. И повторю то же самое. Беру одну карту в руку. Хорошая карта, но мне нужны TUV после S или S какая-нибудь, чтобы здесь выкладывать что-то. Давайте попробуем сходим вот сюда. Назовем какую-нибудь категорию. Давайте справочники назовем. Называем наши справочники синие и смотрим, что у нас тут из справочников есть. Не густо, есть только одна карта. Остальные отправляем сюда. Так, H. Да это H тоже мне особо некуда поставить. Ахаха, жаль. Будем действовать вот так. То есть берем одну карту отсюда. U. STU. U пригодится. U можно выложить сюда. Да, я играю еще одного персонажа, чтобы выложить эту карту вот сюда. Все, на этом я свой ход закончил. Мы всех наших персонажей возвращаем домой. Все неиспользованные карты, их, к сожалению, много, отправляются в сброс. И это тоже. Две отправляем в сброс и вместо нее кладем еще одну локацию. Что мы оставим? Мы оставим, наверное, мусорную корзину, потому что мы в ней покопаемся. Отправим мы вот эти вот карты, которые дают слишком много сброса для нашего соперника. Отправим мы их в сброс. И вместо них кладем новую. Librarian's Lodge. Да, это локация, которую я ждал. Она позволит нам двигать места, менять местами карты в нашей библиотеке. Хорошо. Так, мы раздаем сюда одну карту лицом вниз. И начинаем новый раунд. Да. Здесь карта кладется лицом вверх. Мы добавляем 4 карты в сброс в начале каждой фазы. Так, что мы можем сюда сбросить? Можем ли мы что-то сюда сбросить? Вот эту можем сбросить, она нам не нужна. Что еще? Нам, в принципе, вот эти карты все особо не нужны, к сожалению. Да, кстати, у нас начался четвертый раунд. А в четвертом раунде у нас открывается следующая категория. И это фантастические романы. А это значит, что, как я и предполагал, наша библиотека собирает фиолетовые книги. И сбрасывать фиолетовые книги для нее не хотелось бы. Но те книги, которые мы не используем, останутся у нас в руке. Они все равно окажутся в сбросе.
Поэтому я размещаю своего персонажа сюда. Я сбрасываю все книги. Все книги отправляю в сброс. И теперь считаю, сколько у меня совпадает с этими книгами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть я сбросил 9 книг. За каждые две книги, то есть я беру 4 карты. Раз, два, три, четыре. Из 4 полученных я могу 2 выложить сразу. И у меня ничего подходящего нет. Ну как же так? Я выложу L сюда и M сюда, а потом поменяю местами вот эти две. Ну да, наверное, так и сделаю. Вот так я выложу карты. 2, которые мне позволяют сделать вот эта локация. Теперь я выложу персонажа сюда. Здесь я могу использовать уже выложенного ранее своего персонажа на домашнюю позицию и активировать домашнюю позицию. То есть, ну, например, взять одну карту в руку. А это очень даже неплохая карта Эй. Неплохо. Я могу ее добавить сюда. После этого я могу поменять местами карты. Руку с библиотекой или карты внутри библиотеки. Допустим, я меняю J и M местами. Вот так. Теперь у меня здесь по алфавиту A, B, C, D, F, G, G, H, I, J, K, L, M, N. Единственное, у меня вот эти вот M не по порядку стоят. Сначала 6-я M, а потом 3-я M. Их тоже надо поменять местами. Возможно, я сейчас это и сделаю. Я отправлю книжного червя, или нет, я отправлю другого ассистента покопаться в мусорной корзине сейчас. Тут написано, назовите категорию, затем пролистайте сброс и возьмите одну карту, которая соответствует этой категории. Ну, давайте, что у нас тут? У нас, впрочем-то, все есть. У нас чего-то, может быть, не хватает. Исторических романов нам не нужно собирать. Всего в достатке. Фиолетовых достаточно, синих достаточно, зеленых достаточно, синих. Ну, как-то вот синих маловато. Ну, давайте поищем что-то синего цвета. Будем искать, нам нужно S, T, T и U. Нам бы вот сюда какую-нибудь карту положить, и было бы неплохо. Итак, синяя категория. Давайте возьмем вот эту T. Возьмем ее из сброса. Так. И вы можете ее выложить. Да, я могу ее выложить. Выложу ее вот сюда. Что у нас осталось? У нас остался еще один неиспользованный персонаж. И я поступлю следующим образом. Я выложу его вот сюда. Для того, чтобы воспользоваться возможностью поменять местами еще 2 карты. Я поменяю местами вот эти M, чтобы они лежали у меня в алфавитном порядке. M3 и M6. И теперь я могу выложить Move one of your previously placed assistants. Выложить другого заранее выложенного персонажа. Вот этого. Ах, я не подумал. Ну ладно, в общем-то... Это, кстати, штука играет в конце. Забыл, что это красная локация. Это я должен был сделать в конце. Я не могу его сейчас убрать, потому что тогда моя вот это вот действие с буквой T не сыграет. Но я уберу вот этого. Я убираю вот этого, возвращаю его на домашнюю позицию, то есть на вот это место, и выполните это действие. Я могу что-то выложить с руки. Я выложу вот эту A вот сюда. Все, на этом... Мои все ассистенты закончились. Я неиспользованные карты отправляю в сброс. Я всех своих персонажей возвращаю себе. Уберу вот эти 2 карты. Оставлю себе мусорную корзину, чтобы вытащить еще одну Т, которую я там видел, вот сюда. И
последняя локация называется Ye Old Book Swap. То есть здесь мы меняем карты. Возьмите одну карту с руки. То есть поменяйте одну карту с руки с одной из этих трех локаций, которые, в смысле, одной из этих трех карт, которые мы сейчас сюда выложим. А тут Z неплохая, кстати, есть. Тут, правда, с запрещенной книгой в ней. Да, эту карту можно сразу выложить. Неплохая локация. Посмотрим, что у нас есть на руке. S мы не можем выложить. У нас там есть T, которую мне понравилось. А, да, кстати, мы сюда добавляем еще 4 карты, сбрасываем. Вот они. Давайте нашего червя запустим, который может взять одну карту и выложить ее. Нет, к сожалению, ничего интересного не пришло. Тогда мы используем еще одного персонажа и смотрим, что здесь B. Тоже неинтересно. Тогда мы используем этого персонажа и меняем что-то на что-то. Это совершенно не важно, что на что. Главное, что нам нужно вот это Z. Эту Z мы забираем и сюда отправляем вот эту карту. И теперь у меня остался один последний персонаж. Я его использую вот здесь. На этом раунд заканчивается. Мы должны пролистать сброс. Сейчас мы пролистаем, найдем вот эту T. Вот она. Выложим ее вот сюда. Да, мы называем категорию, да, я забыл, называем категорию синюю. Находим ее, выкладываем. Все. Карты с руки отправляются в сброс. Карты неиспользованные отправляются в сброс. Игра на этом заканчивается. Теперь мы подсчитываем очки. Мы смотрим, какие карты собирала наша библиотека, и мы знаем, что это фиолетовые книги. Достаем нашу карту для подсчета очков и считаем очки. Итак, первым делом, то есть вот это я, а это публичная библиотека. Можно отметить, что исторические романы это была категория, которая не нужна. А вот эти черные книги, это категория, которая, наоборот, ценится. Во-первых, сначала проверяем алфавитный порядок. A, B, C, D, F, G, в смысле J, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Все, у меня все в алфавитном порядке, можно ставить галочку. Теперь считаем, сколько у меня черных книг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Так, у меня перестал маркер писать, видимо, холодно очень, но у меня запасной 16. Так, исторические романы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Исторические романы. У меня, по-моему, только один. Потому что они запрещены, я их старался не набирать. Так, инструкции для монстров. Раз, два, три. Не густо. Дальше справочники. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. И заговоры и зелья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Отлично. Теперь мы должны проверить, сколько всего этого у нашей библиотеки. Считаем черные книги. Раз, два, три, 26. Фантастические. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
36. Исторические. 1, 2, 3, 8, 29, 30, 31, 32, 33. Монстры. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27. 27. Справочники. 1, 2, 3, 4, 1, 22, 23, 24. И теперь зелья. Так, то, на чем наша библиотека концентрировалась. 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31, 32. 32. Так, стабильность пола проверяется только у игрока, естественно, и мы получаем по одному очку, который находится здесь, вот в этом квадрате у нас. А у нас здесь 5 на 3, итого дополнительных 15 очков. Дальше. Кто больше собрал вот этих вот? В соло-версии игры нет второго места. То есть, если я набрал больше, чем библиотека, я набираю 15 очков. Если библиотека набрала больше меня, то она набирает 15 очков. И здесь я, к сожалению, не преуспел. Здесь у меня минус, а здесь 15. Теперь минус за исторические романы. Я набрал одно, у меня здесь минус 1. У библиотеки минус 33. Дальше. Категорийная вариативность. У меня меньше всего книг про монстров. Запрещенные не считаются. У меня 3 книги про монстров. И я получаю 3 очка за каждую из них. То есть 3жды 3 – 9. Я получаю 9 очков. А у библиотеки публичной меньше всего книг справочников, 24 книги, но это число тоже умножается на 3, и это получается 72. Ничего себе. 2, да, 72 дополнительных очка. И теперь фокус. Мы получаем по 2 очка за те книги, которые мы собирали. Я собирал справочники. 2 очка умножить на 10, получается 20 очков. А наша библиотека собирала вот эти фиолетовые книги. 32 умножаем на 2, 64. Ну, я думаю, что даже нет смысла здесь считать, хотя, конечно, я посчитаю. 35 и 8. 43 очка я набрал. А наша библиотека набрала, конечно, гораздо больше очков. 15 плюс 72 плюс 64 минус 33, получается 118 очков. Я проиграл, к сожалению, с большим перевесом. Но не знаю, поверите или нет, первый раз проигрываю публичные библиотеки. Обычно даже на довольно сложном уровне мне удается выиграть. Но в этот раз я вот не получил 15 очков заветных. И плюс еще какая-то странная категорийная вариативность получилась у публичной библиотеки, и это, конечно, сыграло свою роль. Но, тем не менее, я надеюсь, вы поняли, как проходит соло-игра в игру Ex Libris. Большое вам спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, канал Пасьянс Шоу. Всего вам хорошего, играйте в настольные игры. Пока! Спасибо за просмотр видео на канале Пасьянс Шоу. Подписывайтесь на канал Пасьянс Шоу, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Еще больше пасьянс-шоу в социальных сетях, в Инстаграм и Твиттер. Играйте в настольные игры. Пока!